Приветствую зрителей и подписчиков моего канала, это канал AlexinPlay. Мы продолжаем играть в мод Crazy Redux, Crazy Reich Expansion за правительство Цин, за Пуи, за Сяо Куна. И продолжаем нашу кампанию. Будем сегодня уже полностью реставрировать манчжурцев, то есть манчжурскую реставрацию будем проводить наконец-то сегодня. Потому что в прошлой серии, хоть и водная была, но очень сильно затянулась. Поэтому мы не смогли в прошлой серии провести манчжурский путь, открыть манчжурский путь. Но сегодня мы точно это сделаем. Ну и закончили на такой печальной ноте в прошлую серию. Резня на Янзы у нас тут происходит. Это очень печально, но мы зачитаем сейчас этот ивентик. Резня на Янзы. Несмотря на все их усилия справиться с наплывом беженцев, губернаторы наших южных провинций перегружены работой. После объявления военного положения в провинции Хубэй, губернатор Сяо Яонань приказал своим войскам перекрыть все мосты и дороги, ведущие в провинцию с территории Лиги, и запретить въезд всем беженцам. Однако большое количество из них начало собираться у моста через реку Янзы, требуя пропуска. Хотя это началось мирно, оно быстро переросло в полномасштабный бунт, поскольку беженцы начали забрасывать войска Сяо камнями, бутылками и другим мусором. В конце концов, группа мужчин, которые каким-то образом вооружились украденным оружием, начали стрелять в войска Сяо, которые в ответ открыли огонь из пулеметов. Те, кто не попал под шкваль пуль, бежали, давя других беженцев и оставляя своих друзей и семью мертвыми или умирающими на мосту. Эта ужасная сцена повторяется вдоль и поперек нашей границы с Лигой, поскольку толпы беженцев начали пробиваться на нашу территорию. Печальные новости. Да, да не то слово печальные. Ужасные новости. Кошмар У. В течение последних нескольких недель сны У Пифу были ужасающими. Сегодня ночью он видит пылающий Пекин, призрак Суньяцена, выходит из разрушающегося запретного города и приближается к замерзшему У. Как только он протягивает руку, чтобы прикоснуться к нему, его будет встревоженный чиновник. «Прошу прощения, что разбудил вас, комиссар, но это срочно». Он вручает У телеграмму, прежде чем убраться во свояси. Смаргивая сон, У открывает телеграмму. Читая иероглифы, его руки начинают дрожать, его худшие кошмары стали реальностью. Сунь застрелен вчера вечером, ТЧК. Преступник неизвестен, ТЧК. В коме, ТЧК. Вряд ли очнется, ТЧК. Массовые беспорядки, ТЧК. Бежал с золотом и документами, ТЧК. 2 часа спустя Лоян является бешеным центром активности. Документы, касающиеся наиболее непристойных отношений Суня с Пекином, сгорают в печах, в то время как группа высокопоставленных чиновников Джили совещается друг с другом, предприняв беспрецедентный шаг. У пригласил несколько манчжурских аристократов, в частности Пудзе, присутствовать при составлении некой формы единого заявления в ответ на убийство. Да поможет нам Бог. Предложение от маршала Ци. После того, как мы отклонили телеграмму губернатора Ченя, пришло сообщение от Се Юаня, который объявил себя новым маршалом Лиги 8 провинций, сменив Сунь Чуань Фаня. К самому благоприятному маршалу У я... Ци Сиюаню обращаюсь с просьбой о вашей помощи подавлении восстания в Ваньхое. Поскольку вы мой господин и командир, вполне уместно, что вы поможете мне в трудную минуту. Тон просьбы вызывает у нас подозрение, поскольку теоретически Ци должен быть в состоянии легко подавить восстание Анцин и Гоминдана на юге с помощью Германии.
Давайте его выслушаем, мы могли бы получить здесь некоторое преимущество. Нет, мы должны отказаться, потому что тогда мы не откроем маньчжурский путь. Он может справиться с ними сам. Имперский флот бежит на север. Не имея никаких подходящих портов на севере, императорский флот базировался в Наньтуне с конца конфликта с 1908 года. В связи с беспорядками, гражданскими беспорядками и общим хаосом, охватившим город, адмирал Ву Рендли приказал флоту покинуть город и направиться на север к небольшим портам, которые мы контролируем за пределами Танцзиня. Падение нанкинских доков также означает, что мы потеряли те ограниченные возможности военно-морского производства, которые у нас были. Черт, будет добавлено вне карты минус 3 верфи. Заберут у нас 3 верфи, к сожалению. Это печально. Это печально, все, мы не можем теперь корабли делать. Ну хорошо. Экстренное заседание Джили. После распада Лиги на юге мы собрали влияние почти всех высокопоставленных военных, связанных с Джили. Маршал У Пейфу открывает заседание коротким заявлением. Товарищи солдаты, время пришло. С распадом Лиги мы впервые после Джифэнской войны оказались в опасной ситуации. Каждый выбор, который мы сделаем в течение следующих нескольких недель, определит исход Китая на десятилетия вперед. Я хотел бы напомнить некоторым, говорит он, бросая взгляд на более ястребиных членов ассамблеи, что вмешательство не обязательно является наибольшим разумным курсом действий. Нам нужно сначала взвесить наши варианты, прежде чем предпринимать действия. Различные генералы кивают в знак согласия и начинают серию обсуждений наилучшего курса действий. Нам нужно быть осторожными. Так, рябь Черного понедельника. В то время как в течение нескольких недель после Черного понедельника казалось, что мы избежали наихудшего ущерба, за последние несколько дней немецкие дочерние предприятия столкнулись с проблемами в цепочке поставок и повышением цен. Хотя экономические потрясения близко несравнимы по масштабам с европейскими и американскими, это все равно удар по нашей экономике. Черт возьми, ряд понедельником. Черт возьми. Ну да, неприятно будет, наверное, идея черный понедельник на 150 дней. Но это хорошо, что он на 150. Это еще ладно, это еще можно потерпеть. В то время как большая часть Китая избежала серьезных экономических последствий, вызванных черным понедельником, переплетение нашей экономики с экономикой Германии нанесло небольшой удар по экономическому производству. Да, вот такая ситуация. Иллюзия гегемонии Цин разбилась вдребезги. Фасад китайского единства, который держался почти 10 лет, начал рушиться. Растущие волнения в Лиге 8 провинций, экономический шок от Черного понедельника, предвещающий сокращение бюджета Германии и неспособность нашего правительства эффективно справиться с кризисом, ясно показали одно. Наша монополия на власть нарушена. Теперь мы должны попытаться справиться с этим хаосом. Ничего хорошего из этого не выйдет. Ну да, наш альянс распался. Теперь мы сами по себе. Восстание Фунцзяни. В то время как большая часть Китая и всего мира предполагала, что Гоминдан был уничтожен в 1908 году, маршал Лиги Сунь вел партизанский конфликт низкой интенсивности с остатками гоминдановского движения с момента окончания северной экспедиции в районе Фуцзяни. Сообщения прессы подвергались цензуре, и даже У Пейфу оставался в основном в неведении об истинных масштабах конфликта. А Сун держал все подробности в строжайшем секрете. С нынешним хаосом в Лиге, однако, остатки Гоминдана вновь появились и объявили новую кампанию национального воссоединения. Они объявили наше законное правительство нелегитимным, назвав нас немногим больше, чем немецкой марионеткой, раболепствующей перед прихотями Берлина. Мы можем только надеяться, что остатки сил Суна смогут уничтожить этих предателей.
Презренные предатели. Лянгуан высвобождается. Лянгуан – колица двух из бывших восьми провинций одноименной лиги. Сегодня утром отделилась как от этой агломерации, так и от нашего режима в целом. Под командованием ученого-бюрократа Чэнь Цзюньмина, поддерживаемого военачальником Ма Цзи, провинции объявили наше правительство полностью нелегитимным и пообещали быстрый конец автократической и анахронической монархии. Повстанческий сброд. Потерян контакт с южными генералами. В связи с ежедневной эскалацией насилия в лиге, губернаторы Юньнань Танг Джияо и Гондуана Чэнь Цзюньминь перестали отвечать на официальные запросы правительства о предоставлении информации и обновлений о том, что происходит на этих территориях. Они долгое время презирали наше правительство, хотя этот шаг не является неожиданным, он представляет собой полное изменение как официального отношения к нашему правительству. Многие из ближайшего окружения У опасаются, что это предвещает полный крах нашей власти. Сегодняшние утренние новости Шанси подтверждают эти опасения. Ян Цишань, губернатор провинции Шанси, официально осудил действия нашего правительства в том, что сейчас называют инцидентом на Янзы. Ранее на этой неделе, когда силы губернатора Ван Хуа Цина расстреляли толпу беженцев и провозгласили, что У Цин больше нет способности управлять Китаем, он остановился, едва не признав фантианское правительство. Но ясно, что национальный порядок рушится. Проклятие. Ну класс, опять не ставится на паузу нифига видео. Ну только прекрасно. Хуаннань выходит из лиги. Провинция Хуннань попалась под власть Сунь Джунфан во время хаоса, последовавшего за северной экспедицией 1908 года, когда губернатор Джао Хэнти вновь взял под свой контроль провинцию после короткого периода правления Гоминдана. Давний союзник У Джао был губернатором региона с 1920 года, однако у него также есть связи с федералистским правительством в Гуанси, молчаливо поддерживающим федеральную модель. В данный момент он занял строгую нейтральную позицию, разрываясь между своей личной дружбой Су и политической лояльностью к Чэнь Цзюньминю. Его нейтралитет, однако, не может длиться долго, поскольку уже начинают сгущаться тучи вокруг его правления, провинции. Надеемся, старый друг У останется верным. Да уж, опять какая-то... Надеемся, старый друг останется верным. Ну, будем надеяться. Вспыхивают массовые беспорядки. После молчания У и Цао по делам, связанным с ЛВП, начали возникать небольшие протесты, требовавшие вмешательства. Поскольку молчание продолжалось, эти митинги быстро переросли в крупные уличные протесты. Когда Цао наконец объявил, что не поддержит ни Ци, ни Ченя, протесты переросли в беспорядки. Пекин и другие крупные города парализованы беспорядками. Почти все, от самого богатого интеллектуала до беднейшего уличного торговца, вышли на улицы, осуждая правительство. Масло в огонь подливают дикие теории заговора о том, что немецкая миссия заплатила У за то, чтобы он не вмешивался, что привело к тому, что многие демонстранты несли антигерманские лозунги и жгли товары немецкого производства. В одном случае грубое изображение кайзера У и Цао были сожжены за пределами запретного города, прежде чем преступников увезли в цепях. Проклятие! Политическая власть изменится на минус 50, просьба о стабильности минус 10. В общем, дадут нам идею массовых протестов, что неприятно. У нас открывается фокус «Борьба с беспорядками на 140 дней». Наше решение оставаться нейтральным в случае краха лиги никого не порадовало и всех разозлило. Нам нужно быстро подавить беспорядки, пока ситуация не стала невыносимой. Так, ну, видео-то у меня... Гражданская война в Сычуане. Провинция Сычуань, долгое время страдавшая
от перенаселения и нехватки продовольствия разразилась гражданской войной. С момента реставрации 1928 года провинцией управлял Ян Сень, близкий друг и союзник У Пифу. В последние несколько лет его контроль начал ослабевать. Различные другие группировки, лояльные фантианскому режиму, остатки Коминдана и изоляционисты, лояльные только самим себе, начали консолидировать власть и использовать крах Лиги как идеальный момент для начала атак на ныне шаткое правительство Яна. Ян еще не обратился к нам за прямой помощью, предпочитая скрывать масштабы беспорядков, но У ожидает, что его старый друг в любой день придет за помощью. Ужасные новости. Да уж, да не то слово. Линдберг с востока. Молодой пилот по имени Сунь Тунган получил большую известность за то, что прилетел через Евразию на своем самолете, изготовленном на заказ. В связи с недавними потрясениями в Лиге он вызвался служить нашей нации в качестве пилота, уничтожая наших врагов с небес. Первоначально базировавшийся в Нанкине, он сбежал от хаоса, охватившего город в настоящее время на нашу территорию на своем маленьком самолете. Отлично. Линдберг с востока у нас будет теперь он называться. Станет летчиком-асом. Ну хорошо, неплохо, неплохо. Шепот недовольства. В течение нескольких недель, последовавших за решением У, не вмешиваться в крах ЛВП, небольшие группы со всего политического спектра начали тайно собираться, первоначально ограничившись критикой бездействия У. Обострение насилия на улицах побудило многих поднять восстание. Социальные связи между этими группами позволили создать шаткую коалицию, состоящую из манжурской знати, курсантов Баодинской академии, реформаторов в Навке и некоторых генералов Джили, раздраженных бездействием У. Эта свободная группа начала тайно общаться друг с другом и составлять заговор с целью свержения У и восстановления некоторой степени власти императора. Мы следим за этим. Подпольная встреча. В подвале сомнительного пекинского бара, традиционно используемого в качестве прикрытия для революционной деятельности, собралась странная коалиция людей, посвятивших себя свержению У Пифу и его правлению в Китае. Первый Пудзе, брат императора, генерал армии, один из немногих генералов, не принадлежавших к Джили, которым разрешено командовать значительным количеством войск. Рядом с ним сидит Джимми Йен, ведущий интеллектуал и глава Навки. Напротив него сидят Фан Джинзянь и Лин Бинь, два кадета из Баодина, едва ли старше 25 лет. Последним участником этой встречи является джилийский генерал Ли Бинжи, монархист. Бинжи утверждает, что собрал коалицию джилийских генералов, недовольных бездействием У в течение последних нескольких месяцев. Осознав, что они не в состоянии победить клику Джили самостоятельно с их ограниченными военными ресурсами, заговорщики решают, что они должны обратиться за помощью к лидеру соседней военачальнической клики. После долгих раздумий они выбирают. То есть мы можем обратиться к клике Шанси, Ян Сишаню. Что мы, скорее всего, обратимся, ну и можно обратиться к Джань Танжань. Но это какой-то эзотерический человек. У него эзотерическая идеология, эзотерик какой-то. Цинопопулист к тому же. Ну, как-то он мне не нравится. Еще и опиум торгует. Поэтому... Ну, не нравится он мне, мужик. Лучше не связываться с такими фанатиками, потому что если мы свяжемся, они потом перехватят контроль, обманут всех, совершат переворот. Таких радикалов лучше не слушать. А вот Ян Сишань, он реформатор, он за реформы, поэтому лучше обратиться к нему за помощью. Поэтому давайте к нему обратимся, в Шанси. Будем обращаться за помощью все-таки.
Ответ губернатора Яня. Маршал Янь ответил на наши просьбы, хотя он заинтересован в помощи. Он говорит, что может сделать это только в том случае, если заговорщики убедят его. Маршал хорошо известен как скромный и трудолюбивый человек, который хочет лучшего для своего народа, хотя предложение личной власти также может быть привлекательным для него. Так, ну мы можем пообещать ему богатство и власть, но либо пообещать ему, что мы модернизируем Китай и монархию. Но мне кажется, это интересно. Потому что все-таки мы видим, что правительство Цин находится в упадке. Правительство Сяокуня и Ву Пейфу очень шаткое. И вот это вот их, так сказать, стагнация этого режима, ничего реформаторского не предлагающего, конечно же, терпит крах. И если продолжить дальше забивать на реформы, то ну, будет только намного хуже. Поэтому реформы нужно провести и модернизировать Китай. Иначе он загнется и ничего не сможет. Реформы очень важно сейчас будет проводить, поэтому мы пообещаем ему, что мы модернизируем Китай и монархию. Это важнее, чем власть и богатство. А левый Гоминдан, кстати, замочили. Анкинская клика тут пытается сражаться против анцинской клики. Интересно, вот кто победит? Чень или вот этот мужик? Интересно. Кто из них победит? С кем мы будем сотрудничать? Хотя, наверное, Чень с нами не захочет дружить больше. Янь соглашается. Маршал Янь принял просьбу заговорщиков о помощи. Он соглашается, что развернет свои войска, если клика Джили не будет полностью уничтожена в результате переворота. Однако в то же время он, вероятно, потребует уступа, как только Пуи будет восстановлен на своем должном посту. Отлично. Мы согласны. Дэнни Хихуа приходит к власти в Сычуане. Печальные новости, господин. Похоже, Дэнь Хихуа победил нашего союзника Ян Сеня в Сычуане. Хотя это серьезная потеря для клики Джили, провинция бедна в промышленном отношении, перегружена в военном отношении. Если они присоединятся к какой-либо оппозиционной фракции, мы раздавим их. Черт. Да, неприятно. Ну, попробуем с ними как-то тоже договориться. Подозрительные передвижения войск. За последние несколько дней поступали сообщения о необычном передвижении войск из провинции Шаньси. Похоже, войска готовятся к каким-то военным действиям на нашей границе. А наши информаторы сообщают, что припасы и оборудование складируются вблизи горных перевалов, ведущих из Шаньси. Губернатор Ян Сишань был нашим врагом всего несколько лет назад, во время 4-й Джи-Финской войны. И нападение с его стороны в эти неспокойные времена, чтобы попытаться вернуть свои утраченные земли, не было бы необычным. У нас есть более неотложные дела, требующие внимания. Что здесь происходит? Отправьте больше шпионов, чтобы расследовать это. Ладно, давайте выберем. У нас есть более неотложные дела все-таки. Джао Хэнти побеждает на выборах в Хунане. Старый друг У Пейфу Джао Хэнти только что победил на недавних провинциальных выборах в Хунане. Хотя поначалу это может показаться нам благом, победа Джао на выборах также означает, что он подтвердил свою приверженность федеральным ценностям, поставив то, что он считает наилучшим интересами нации, выше своей истинной лояльности Ку. Следуйте своим принципам? Серьезно? Ну да. Типа того. Таинственные происшествия. Тревожные новости. Похоже, за последние несколько дней среди некоторых наших военнослужащих были обнаружены антиджилийские и антинемецкие брошюры. Когда их спросили, откуда они это получили, никто не смог дать прямого ответа. И большинство сказали, что это появилось просто за одну ночь. Но это наши товарищи, подпольщики делают. Чтобы переворот маньчжурский устроить. Что еще более тревожно, за последние несколько часов несколько джилийских генералов прекратили контакт с Лояном, в частности,
Ли Бинджи. Ну, мы понимаем, ну, мы это знаем. Это Упи Фунина. Ой, Упи Фу говорим. Да, Упи Фу не знает. Чьи монархические симпатии хорошо известны. Хуже того, Баладинская военная академия, похоже, была заброшена в одночасье, а связь с отдаленными частями империи была прервана из-за повсеместных перебоев в работе радио и телефонной связи. Что здесь происходит? Ну да, мы не знаем, не знаем, что тут происходит. Вообще не в курсе. Вызов в Пекин. Пока У пытается осмыслить тревожные события, произошедшие за последние несколько дней, из Пекина прибыла срочная телеграмма. Цао Кун и У были вызваны на встречу с императором по поводу положения в стране. Массовые беспорядки по-прежнему являются повседневным явлением, хотя формально император обладает конституционной прерогативой вызывать своего президента, такого никогда не происходило. Ну, придется задницу поднять с дивана. В то время как У может почувствовать ловушку, Цао Кун уже сообщил императору, что он и У представят себя его императорскому величеству позже на этой неделе. Будь ты проклят, Цао Кун. Да. У и Цао готовятся к встрече с Пуи. После прибытия из Лояна У укорил Цао за то, что тот, по сути, заманил их в ловушку. Тем не менее, нефритовый маршал не из тех, кто идет на подобную встречу без козыря в рукаве. Когда двое мужчин готовятся войти в зал, У приказывает своим телохранителям ждать у входа в покое. Церемониальные телохранители снаружи безоружны, за исключением традиционных мечей. У солдат Джили в карманах спрятаны пистолеты. Они проходят в зал. Охрана врывается в зал. В момент, когда двое мужчин входят и преклоняют колени перед императором, в комнату врывается около дюжины вооруженных до зубов маньчжурских охранников. Окружив императора, они продвигаются вперед и пытаются арестовать двух мужчин, в то время как Пуи убегает из комнаты. Услышав шум, телохранители У снаружи быстро распространяются в церемониальной охране и врываются внутрь, в то время как У и Цао прячутся за колоннами, чтобы избежать попадания. Пули летают взад и вперед между древними колоннами зала, разбивая бесценные артефакты и ранят Цао Куна. Однако, когда выстрелы прекращаются, одна сторона выходит победительницей. Так, У и Цао мертвы, переворот успешен. Маньчжурские телохранители лежат мертвыми на земле. Тут я не помню, что выбирать надо. Все его путаю. Вроде по смыслу У и Цао мертвы, переворот успешен. Как бы по логике вещей надо выбирать первый вариант. Но я помню, что я выбирал первый вариант, оказалось, что он неправильный. А нет, все верно, все правильно. Значит, тут все логично. Просто бывает так, что логика есть, но на самом деле варианты просто перепутаны. Вот. Такое тоже может быть. Но здесь все в порядке. Император утверждает себя. Пуи нервно возвращается в комнату, глядя вниз на изрешеченные пулями тела бывшего нефритового маршала и его наставника, президента Цао Куна. Пудзе и еще одна небольшая группа маньчжурских гвардейцев тоже входят. Все с автоматами. Дорогой брат, я думаю, тебе пора произнести речь. Пуи отворачивается от трупов и смотрит на Пудзе. Я, начинает с неуверенным голосом, я не уверен, что смогу это сделать. Пудзе собирается что-то сказать, когда генерал Ли Бинджи, лидер дезертиров Джили, врывается в комнату. «Мой господин, город в безопасности», — говорит он, кланяясь почти до земли к Пуи. Но Дзянь Байли и несколько других джилийских генералов отступили в Лоян. Они планируют начать кампанию по уничтожению нас и освобождению Пекина. Пудзе подходит к Пуи и шепчет ему на ухо. «Ты теперь император. Ты должен вести себя как император». Пуи нервно пытается собраться с мыслями. «Я император Сю Антунь, сын неба. Официально объявляю всех членов клики Джили, которые не присягнут мне на верность к завтрашнему полудню». Его голос срывается, и он вынужден
взять себя в руки, которые не присягнут ни на верность к завтрашнему полудню предателями великой Цин. Смерть предателям. Будет убрана идея раздробленная империя. Вот это хорошо, вот это прекрасно. О, вот такой портретик у Пуи теперь меняется, интересненький. Айсён, Геро Пуи, Пудзе, его брат, является председателем ассамблеи, главой правительства. Лига процветания распускается. После наших недавних потрясений Лига процветания внезапно распалась, сославшись на враждебную атмосферу, и многие из ее видных лоббистов уехали в Танзинь. Пока немецкое представительство остается в Пекине, они отрезали себя от любых контактов с правительством, лишив нас немецкой военной промышленной поддержки. Народ, однако, в подавляющем большинстве поддерживает этот шаг и восхваляет новое правительство за то, что оно избавилось от иностранного влияния. Они нам не нужны. Ну вот, да, Лига процветания теряет свою популярность, но как бы и так 0%, а тут минус 20%, ну... Значит, теперь их вообще не будет. Ну и политвласть мы получаем. Манчжурская реставрация, фокус был выполнен. Блин, надо было описание зачитать его. Ладно, не подумал, но не страшно, это не так важно. Манчжурская реставрация произошла. И у нас манчжурская партия у власти находится. Но стабильность, конечно, в заднице. Так, Сингеро Пудзе у нас является главой правительства, счастливый любитель. Жнены просто политвласть нам дает, но жалко, что забирает скоро строительство. Минус 4%. Потом Жан Ланде, министр внешней политики у нас. Сотрудник генерального штаба. Изменение максимум командного ресурса плюс 20. Стоимость способности командира минус 30%. Мао Мо Деху. Министр экономики, социал-консерватизм, административный гений. Сохранение эффективности производства плюс 10%, максимальная эффективность производства плюс 5%. Довольно крутой министр экономики, мне нравится. Ну и министр внутренних дел у нас есть. Получили его адвокат, стабильность плюс 10%, скорость роста подчинения плюс 10%. Ну и Айсёнгеро Льхин Джих... Ну ладно, не буду зачитывать, я не умею зачитывать китайские имена. А, ну вы в ПИФУ остался, что? Ну вот как это? Ну блин. Ладно, потом мы его заменим, потому что Ву ПИФУ не может являться командующим армией, потому что он уже сдох. Так, Джили Маньчжурская гражданская война, давайте прочитаем. В то время как мы, возможно, контролируем Пекин и прилегающие районы, сторонники Джили бежали на юг и укрылись в Хинане, Хубэе. Нам нужно продвигаться на юг и воссоединить нашу нацию. Ну да, у нас тут открывается решение, южная кампания. Потому что, видите, тут практически вся наша территория демилитаризована. То есть не демилитаризована, а ремилитаризована. Мы не можем... Да, демилитаризована, точно. Все правильно сказал. Войска наши не могут двигаться вообще. Надо решать эту проблему. В то время как мы, возможно, обеспечили безопасность Пекина, наша северная граница с правительством Фэнтянь, предательские генералы Джили все еще скрываются на юге. Мы должны направить наши армии на юг, чтобы подавить этих предателей и обеспечить объединение Китая под руководством императора. Вот так вот у нас, значит, обеспечение безопасности северо-китайской равнины. Да, нам надо взять этот фокус, и тогда у нас решения будут доступны. Время как силы, лояльные перевороту, контролируют Пекин и районы, окружающие Баодинскую военную академию, остальная часть нашей территории остается под контролем предательских военачальников Джили. Сначала нам нужно обезопасить северную границу, уничтожив там гарнизон Джили, прежде чем обратить свой взор на юг. Авторитарный демократ изменил популярность минус 10%. Ну да, они полностью исчезнут. Прекрасно. Ну и некоторые генералы. О, то есть регионы будут считаться национальными. В общем, берем данный фокус. Но прокачаем мы уже его в следующей серии. И начнем там дальше продвигаться. Ну, возьмем мы манчжурскую партию все-таки. Потому что у нее как бы больше всего фокусов.
И мне кажется, что, ну, это поинтереснее. Это поинтересней будет, чем там ПМПК, выбор Навки. Все-таки это сильно радикально. Тут, мне кажется, получше. Поинтереснее будет. Ну и, конечно же, покровителя мы выберем. Естественно, Яндис и Шаня. Его тоже фокусы покачаем. Потом мы сможем и интегрировать Шанси, что круто. Что очень даже круто. Мне кажется, тут даже территорий побольше, тут людей побольше, чем... Ну, хотя тут тоже, хотя нет, тут больше все-таки. Но лучше уж... Людей-то у нас будет дофига, это не страшно. Но этот урод, во-первых, все-таки может совершить переворот против нас. Поэтому мы так поступать не будем. Ну и, к сожалению, у нас 13 дивизий, а не 23, как было. В общем, вот это минус пути, маньчжурского пути. Это минус. Что у тебя забирают половину армии. Это очень печально. Потому что надо будет ее по новой нам собирать. Ну ничего не поделаешь. Ладно. На этом тогда мы закончим. В следующей серии победим в гражданской мини-войне. Вот. Ну и начнем прокачивать уже внутриполитический фокус, там армию будем качать. Ну а на этом я буду прощаться. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это помогает продвижению видео на YouTube. Также подписывайтесь на мои соцсети по ссылкам в описании. Подписывайтесь на группу ВКонтакте переводчиков Лингва. Качайте русификатор для Кейзердукса по ссылкам в описании. Ну и знайте, что самое интересное еще впереди. И интересное точно будет. Всем удачи и пока. Пока-пока. А, да, точно. У меня же не выключается.